Также мы можем фильтровать по полям связанных инфоблоков. К сожалению, только по стандартам. По пользовательским свойствам связанного элемента фильтровать нельзя. Но вот получить значение связанных элементов можно не только стандартные, но и пользовательские свойства. Для этого в rSelectFields нужно аналогичным образом передать параметры. У нас есть каталог, где размещен товар. У нас есть новости. У новостей есть свойства связи, которые непосредственно связывают с элементами каталога. Давайте выберем все новости, которые связаны с товаром, которым отберем по названию. То есть мы выберем, собственно, все новости, у которых имеется связь с товарами с названием «Домашние тапочки», «Любимый спорт». Вот мы, собственно, все это выполняем и смотрим, что у нас в результате получилось. А в результате мы выбрали один элемент. Собственно, форум производителя одежды. Давайте проверим, что это действительно так. Вот мы нашли, да, наш форум производителя одежды. Смотрим, да, действительно, домашние тапочки, любимый спорт. Имеется связь. Замечательно. Как мы видим здесь, мы получили... Как я уже говорил, мы в rSelect добавили получение пользовательских свойств связанного элемента, артикула. Замечательно. Вот у нас, собственно, данный артикул здесь проведен. А давайте проведем махинацию такую и попробуем получить только по артикулу связанного элемента. Сможем мы получить эту же новость? Давайте попробуем. Сохраняем. Обновляем. А нет. Как видите, GetList не понял такого фильтра. И он его проигнорировал. По сути, вывел нам все новости. То есть не работает. Как я уже говорил, мы можем фильтровать только по полям связанных элементов, но стандартным, не пользовательским свойством. Параметры фильтра можно содержать вложенные фильтры. Ключом массива вложенного фильтра должно быть число. Вложенность фильтров теоретически не ограничена. Также условия фильтра могут объединяться не только по слову «и», но и по «или». Для этого в качестве фильтруемого поля надо указать logic. А может принимать два значения. AND и OR. По умолчанию AND. Давайте выберем элементы, у которых название либо форум производителя одежды в России, либо международная выставка салон Dear Fashion. Вот, вот соответственно, мы задали фильтр. Логика или. И смотрим, что у нас получилось. Вот, собственно, мы нашли два элемента, имеющих такие названия. А хочу обратить внимание, что данная запись может быть представлена иначе. То есть можно реализовать логику или, просто передав в соответствующий параметр массив. То есть мы в name передаем массив форум производителя одежды в России, международная выставка одежды Salon de Fashion. Далее. Попробуем реализовать сложный фильтр. Здесь мы выберем по логике или. Соответственно, все элементы, у которых ID меньше 100 и имеющие название международная выставка одежды салон The Fashion и группировка 1. А также к ним добавим все ID, которых больше
100, и у которых связанные элементы имеют название «Домашняя тапочка, любимый спорт, штаны, полосатый рейс». Вот мы это все сохранили. Смотрим результат. Вот, собственно, получили три элемента, которые подпадают под наш фильтр.